распаковка чек. Сейчас мы купили, как называется, домовежечку. Мам, держи, пожалуйста. А то сейчас пойдет, я говорю, пакет. Мы купили орешечки, ну, не такие, которые я хотела. Ну, все равно вкусненькие, и их надо одеть из этой черной шкурки, потому что они так невкусные. Это сюда. Еще у нас есть это, как называется там, салатик. Боже, он, кстати, стоять еще умеет. И еще у нас есть ред. Еще и яички тяжелые. Их сюда на реды. Еще у нас есть грушка. Его на реды. Ладно, нет. Груша была. А теперь у нас... одну секунду я посмотрю, что это. Перец чили. Перец чили. Еще морковка. И один, два, три, четыре, пять. Пять помидорок. Еще вот эти. Ладно. Я не знаю, как это называется. Кефир и ряженка. Кефир и ряженка. Еще сахарок. Ой, я все увидела. Почему мой нос был подцапан? Потому что, ну ладно. Так, еще у нас молоко. У нас было молоко и не было. Кстати, вот это еще. Еще у нас и... А что он тяжелее всех? Лук. Е-е-е.